Окей, новичок, давай добудем это признание. Восподю, шеф. Окей, подонок. Когда мне будет 12, я обоссал свою собаку. Извините. Прямо на лицо маленькой собаки. Окей, не тебе нужно признаваться, а ему. Он обоссал мою собаку. Нет, нет, просто... Просто делай, как я. Я это... Окей, Найтнер, мы можем сделать это по-хорошему. Или... Что ты делаешь? Будь там! Стой! Черт, мы почти взяли его. Окей, новый план. Я буду хорошим копом, а ты плохим. Класс. Окей. Хей, Найтмер. Преступление — это класс. Пошли отсюда, из содовой. У меня есть скейтборд. Это радикальный коп. Бумер! Почему ты это сделал, Найтмер? Ты так молод. У тебя было светлое будущее. Грустный коп. Найтмер, я и твоя ма разочарованы в тебе. Папочка коп, где моя одежда? Ты очень плохой. Нет. Найтмер, прозвище Кошмар, родился 21 декабря, 500 лет назад. В семье матери и младшего брата. Оба мертвы. Первый арест в 14 лет, дважды угнал машину. 4 случая взлома и проникновения, попытка убийства офицера кухонным ножом. 4-й арест был в 19 лет, 8 случаев, нападение трижды, портил имущество и подозреваем в частности к незаконной игровой деятельности. 15-й арест, 526 вечера. 14 свидетелей из записей камеры видеонаблюдения. Достаточно улик, чтобы клонировать себя и кинуть обоих в тюрьму на очень долгое время. Признайся, Найтмер, и может мы договоримся. Неплохо, новичок. Я сладкая мармеладка. Ты видел моих пингвинов? Пчелы в правительстве. Безумный ко. Классно. Я люблю тебя. Ну как я? Ужасно. Хорошо, давай ты будешь хорошим копом, а я плохим. Стой. Мы не можем быть плохими копами вместе? Да. 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 Я мармеладка. Во все тяжкие хороший шоу. Ты видел мои мармеладки? Оставайся, давай. Ура!